Я хочу тебе кое-что сказать. Когда я был маленький, мне было очень тяжело. Когда мне было 6 лет, мои родители сгорели, и я остался один. Попал в психушку. Мама мне готовила кашку, а теперь этого нет. И ты тоже ее не готовишь. Слышишь? Я кашку хочу. Чего сюда приперлись? Ой-ой-ой. А я у вас бубашку спиздил. Верни. Опа, пиздец, блядь. Ух ты, нифига мы как разговариваем. А я-то думал, вы приличная женщина. Я испугалась. О, классная шляпа. Ты меня обманул. Да хватит ныть, надоело уже. О, господи. Ты что, серьезно? Я что, блядь, на клоуна похож? Но, а почему вы стали именно таким? Да не молчи ты, сука, ответь уже на мои вопросы. Нет никакой любви. Тогда верни мою бубашку. А я у вас бубашку спиздил. Верни, сука. А не хочешь на моем вертолете полетать? Он очень большой. Эй, ты че, дурак? Ну пожалуйста, ну че ты, ну... Ну давай. Ну хорошо. Серьезно? Я не буду больше материться. На колени нахуй. Так, ну чё, начнем? Ну не надо, пожалуйста. Мы же договаривались. Не буду я больше материться. Что-то я тебе не верю. Да ладно, я прикалываюсь. Не смешные у вас шутки. А я вас искал.